Здравствуйте, 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 мои дорогие шкалалашники. Ну что, одна игрушка. Сегодня прям какой-то парад игр. И среди них много инди. Игрушка называется Lost Orbit. Это игрушка космонавта, который потерялся на орбите, и ему нужно вернуться на свою планету. Так, давайте врубим. Ух ты, какие интересные качества графики. Garbage Day, Indie Grid Mode, Amazing, Pretty Grid. Окей, тупо сделано. То есть, какой самый крутой уровень, не сильно понятно. Ну ладно. Так, как видите, присутствует русский язык, субтитры, ну пусть будут субтитры. Ну и начнем, собственно. Так, посмотрим, что это за игрушка, что она из себя представляет. Pixel Nauts. Это разработчик Pixel Nauts, ну, собственно, и издатель. Так, ну, это типа наш корабль летит, и в него попадают метеориты. I hadn't seen a sign of life in Jans. It was a rare treat to see some new creature waddle its way through space. Начальный ролик прикольно сделан, и так симпотно выглядит графика, хоть это и инди. He worked maintenance, traveling to the fringes of known space, patching up communications relays. Не буду пропускать. Этих оказалось какие-то матюки зашифрованы. Now there's a fine line between brave and stupid. And this guy wasn't anywhere near it. Out in deep space in a tin can with a thick musk of recycled air. He was a worker bee who didn't see the big picture. Так, он вылез что-то там ремонтировать. Что? Что это было? Вылез ремонтировать какую-то хрень. И тут прилетела другая хрень и разрушила все. А, это переговорное устройство. He didn't have a hope in hell without a ship. He scavenged himself an improvised set of equipment. Так, а в чем будет заключаться интересно смысл игры? О, я уже не управляю. Контрольные точки помогают сохранить достигнутые результаты. Движение влево-право удерживаете для ускорить. Собери Оптаниум, чтобы получить более высокий уровень. Использую его для апгрейда своих возможностей. Так, ну пока вот летит кольца планеты для ускорения. Удерживайте для полета. Отпусти кнопку, чтобы уйти с орбиты. Ой, ой, я там пропустил Оптаниум. Нет, только не это. Мне нужен Оптаниум. Ой, фак. Он разлетелся на мелкие части. Что? Перезапуск уровень, последняя застава. Лол, что? Какой-то перевод интересный. Ой,
Как будто его делали разрабы, которые подзабыли немножко русский язык. Ой, смотрите, даже этот пятно, где я врезался, осталось. Лол. Я чуть опять не врубался. Я собрал весь оптаниум. 15 из 15. Круто. Let him cover large distances. They were designed for ships. But surprisingly, да, удивительно, как его не разорвало на части. Ну, наверное, потому что это игра, и так было задумано. Так, оптаниум. 15 из 15, 100%. Смертей, одна. Бонус оптаниум, 15, уровень. Золотой, мать твою. Продолжать. Повторите, выйти. Давайте будем продолжать. Второй уровень. Давайте попробуем. Я плыву высоко, подо мною земля. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так. 45 оптаниум. До хрена. Fractured my neural net and gave me a nasty scar across my lens. А интересно, время учитывается, за которое ты проходишь уровень. По идее, должен. То есть, чем быстрее, тем лучше. По идее. Ну, а там хрен его знает. Ой. Я чуть не пропустил оптаниум. Только не это, мать твою. Нужно все собрать, все, чтобы было 100... 100 из 100. Этот парень не сдается. У него бесконечный запас кислорода и топлива, на котором он летает в космосе. Зачем вообще было корабль использовать? Ведь можно было полететь в скафандре. Before he'd be dead and I'd be on my way. If only it were that simple. Так тяжело читать субтитры и собирать оптаниум. Это проблема и пятого GTA. Surprisingly, he was keeping a decent pace. Когда там едешь, что-то пытаешься выполнить и еще читать субтитры. Damn, I'm starving. Твою мать. Я практически полностью собрал оптаниум. Это круто, друзья мои. Смотрите, как я уже... Вы заметили, да, как возрос мой профессионализм? Как я... Смотрите, ни разу не разбился. Это просто охренеть. 45 из 45. Ну да, вот смотрите, время 2.15. Короче, давайте продолжать. Сейчас, наверное, еще уровень и будем заканчивать на этом. System One Pegas. Это первая система. Pegas, мать его. Усовершенствование 4U. Полезные возможности. Защитный. Мегаускорение. Купить мегаускорение. 100 оптаниум. Так. Полезные возможности. Давайте намагничивание позволять притянуть к себе оптаниум. Конечно. Давайте это купим. Подождите, а сколько у меня вообще этих... Так, защитный. Поменяйте направление ракетных двигателей. Бомба. Взорвать летающие астероиды. Деактивировать пусковые установки. Убить вредителей.
А, вот это у меня он 30 оптаниума, да? И на него я могу. Ага. Ну да, больше мне ни на что не хватает. Ну, неважно. Продолжим. Зато смотрите, как теперь оптаниум прилипает ко мне сам. Даже не надо стараться конкретно на него попасть. Это же великолепно, друзья мои. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Последняя застава. Люль. Как-то он от орбиты отлетает хаотично, мать твою, опять в тот же камень. Да что же это творится, а? Да что же это за скотство такое? Ой. Да ё-моё, это уже не смешно, ребята. Вы что, издеваетесь? Мать твою. Уже я золото не получу за этот уровень явно. Три раза разбился уже. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Облетай экран. Что? Куда? А, вот. Понял. Вылетай с другой стороны. Теперь понял. То так, конечно, не сильно прикольно, но ладно. Первая застава. Now I'm not gonna call it pity, but watching him limp across the system, something in me wanted him to make it. I ran a Так, ну diagnostic что-то вроде myself. получается, друзья мои. Все тяжелее и тяжелее проходить все эти хрени. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чё тебя так колбасить стало? Смотрите-ка, весьма неплохо. Ну и хорошо, что я купил намагничивание, оно весьма помогает. Третья застава, или какая там уже? Я сбился со счета. Так, ну сейчас я уже подлетаю к финишу, я думаю. Да. Круть, мать твою! 45 из 45. Серебро заработал. Ну, конечно же, 3 смерти. Или не знаю, по каким причинам. Ну что, ребята, думаю, на этом можно закончить. В принципе, вы знаете, неплохая игрушка, ну такая для расслабона. Симпатичная графика. И реализация интересная. Так запустил, поиграл там пару уровней, 3-4, и уже так интересно, приятно. Так что советую вам поиграть. Мне понравилось. Буду периодически поигрывать. За всем все, ребята. Ставьте лайки. Увидимся, услышимся в следующих видео. Всем пока!